Всем привет! Совсем скоро, 14 февраля, и многие из ребят думают, какой же сделать сюрприз своей девушке, что же можно приготовить на вечерний ужин. И сегодня я поделюсь с вами своей задумкой, как можно удивить свою девушку. Самый главный гаджет, это вам необходима такая форма, форма сердца. Продаются разные виды, но найдите свой размер, который вам будет удобен, и поместится в какую-то тарелку. Для начала форму необходимо смазать, опять-таки, чем-нибудь жирным. Я смазал оливковым маслом. И на основу, конечно, будет суши рис, который мы выкладываем в эту форму. После того, как равномерно выложили рис, необходимо взять тарелку, блюдо какое-то. И очень быстро, резко перевернуть. Далее вам понадобится слайс тунца, очень тонко порезанный. Рекомендую нарезать его слегка подмороженным. И взять в кондитерском магазине вот такие формочки. Это для печенья, ну и также они можно использовать в данном случае. И будем вырезать формы. Таким же образом мы вырезаем формочки из лосося. Ну и, конечно, пожарьте один блинчик тамага и тоже вырезайте формы. Далее берем распущенный дайкон и затем распущенный огурец. Вырезанные кусочки рыбы выкладываем в хаотичном порядке на поверхность риса. Далее делаем розочку. И выкладываем икру лосося также в хаотичном порядке. Купив пару форм, можно очень креативно поднести этот подарок своей девушке на вечер, приготовив суши-торт в форме сердца. Я думаю, она с радостью оценит ваше усердие и усилия, и будет очень вам благодарна и признательна. Поэтому удивляйте своих девушек, делайте вкусные суши-торты и подписывайтесь на канал, потому что дальше будет еще больше классных видео. Всем пока!